Я читаю книгу Судей, главу 10. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьёю Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьёю Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Амарейским, Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским. А Господа оставили и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы Господу и говорили: «Согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израилевы Господу: «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде, собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: «Кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских».